просто паника тут произошла, стрельба. Что слышали, что знаете для новостей? Ну, я ничего не знаю. Просто паника пошла и... Ну, когда это началось примерно? Где-то час назад, два? Да, примерно час назад. И что вы слышали, что видели? Люди сразу... Ну, стрельба вот, пистолетом. Угу. Вот, 2-3 раза. И все люди... То есть, после 2-3 выстрела из пистолета, паника, и люди начали собираться. Полицейские когда приехали? Они... Ну, точно не знаю, как бы я так То есть, если даже вам не страшно стало? Нет. Не было, да? Ну, так как были, ну, Угу. Этого человека, гражданина задержанного, не видели раньше? Может, работает здесь где-то рядом? Не видели. Ну, одним словом, 2-3 выстрела и началось. В кого стрелял, как стрелял, были ли крики, скандалы до... Может... этого были крики, да. Крики были, то есть, сперва не на словах. Пекарня, которая у вас тут за углом? Да. Угу. Молодой человек кричал, верно? Да. Вот. И после этого все это началось? Да. Ну, в смысле не надо, мы же на улице. Блин, ну я у вас бэджиков не вижу. Вы так, пожалуйста, пожалуйста, есть у меня бэджики. Нет, сейчас. Оденьте бэджики, я вообще не вижу. Пожалуйста, бэджики. Сейчас, блин. Мы не видим вообще ничего. Вот, потом, вот. Не надо, молодец. Вот бэджики, я снимаю. Я хочу. Понял, но у меня бэджика. Блин, ну, чем это делать? Чем, сбегай за ним быстрее, блин. Вон, блин. Молодой человек, зачем вы стреляли в человека? Молодой человек. На 3 шага отойдите. Он под наркотиками, да? Да. Он под наркотиками? Да. Только доктору можно сказать. Ну так, внешне. Мы же не можем сказать вам. Ну, судя по его поведению, да. Молодой человек, как его зовут? Я еще раз вам повторяю, 5 шагов от меня сделайте. А я на расстоянии 5 шагов как раз. Хорошо, хорошо, я не буду подходить сейчас. Я не подхожу, не подхожу. Все. Вы сказали же.